Доброго времени суток. Сегодня мы будем рассматривать вот такой браузер. Как обычно, мы будем скачивать его через Википедию. Пишем. Здесь вот описание его, это будет ссылочка под видео, и вот официальный сайт, откуда его скачивать. Нажимаем на эту стрелочку, и нас перекидывает на официальный сайт. Здесь мы нажимаем «Загрузить», и начинается загрузка. Давайте «Загрузить». Вот началась загрузка наша. Здесь также можно прочитать, что о нем написано. Почитайте, если вам интересно. Так, сейчас мы установим его. Вот он скачался. Нажимаем «Показать в папке». Вот папка наша, нажимаем, нажимаем «Запустить от имени администрации», нажимаем «Да», и также дальше продолжаем устанавливаем. Я думаю, вам это не составит труда, вы спокойно его установите. Вам большое спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик. Ставьте палец вверх, делитесь комментариями. Всего хорошего вам. До новых встреч!